Однако, здравствуйте, мы продолжаем проходить Singularity, и в прошлой серии мы попали на корабль «Жемчужина», чтобы забрать бомбу Е-99, и мы ее забрали вон из того хранилища. Все это было исполнено довольно эффектно, довольно круто. Мы буквально вернули корабль в нашу реальность, в наше время, из раздолбанного состояния, но как оказалось, любой крупный объект подвигается... Что это, ток? Ой-ой-ой, да хорош. Подвергается... Ох, покорюка, офигенно, блин. Подвергается действию МВП временно. Кто же знал, что он реально здесь затопит сейчас? Топи! Ренка, топи! На 100 комбит! Ужас. Кто же знал, что введение будет стоить нам какого-то количества ХП. Корабль реально тонет. В каком шутере? Какой-нибудь Call of Duty вас реально бы подгоняли не скриптом, стандартным скриптом, типа беги, сейчас все взорвется, тут корабль затапливается, и он реально затапливается, не знаю. И при этом тебя не заставляют пробежать вперед какие-нибудь напарники и еще что-нибудь. Так, здравствуйте. Дренко, плывем. Нет времени как раз таки сейчас по сторонам смотреть. Мы рискуем задохнуться в этом корабле. Это что, это мы из корпуса сейчас выйдем? Рай, Ренка, плыви! Наверх. Молодцом, так держать. О, Барисов! Отлично. Как ты, Барисов? Старикан. Слава богу, вы целы. Позвольте вам помочь. Спасибо, Барисов. У вас получилось. Бомба Е-99. Значит, не все потеряно. Это точно. И уход затемнения. Ренка перетрудился явно на корабле. Время немножечко отдохнуть. Проснуться в теплой и мягкой постели. Ну какой там, конечно же. Это же каторга 12. Какая нафиг постель? Ветер, раздолбанные трущобы. Обломки. Интересно, куда это нас Барисов сложил? О, смотрите-ка, он своих клещей, секлещей готовит, наверное, по фирменному рецепту. Сейчас мы с ним поболтаем, но сначала мы посмотрим, что прокачать, что посмотреть. Так, аптечечка. О, пришел Мишка. Доброе утро. Я хочу есть. Хочешь, мы споем вместе песенку? Доброе утро. Понятно. Пора навестить друга. Какого друга? Я хочу есть. Понятно. Дай мне что-нибудь вкусное. Первый раз он про друга просто не сказал. Давайте качнем наш миниган, наверное. Для таксомета не вижу смысла качать, он какой-то... Ну, я не думаю, что мы будем его мега применять, а вот миниганчик мне нравится. Такое оружие на все случаи жизни. Ну, у нас нет технологий, ну да, конечно. Зато денег, кажется, дофига. Патронов максимум. Это такие... Валькирия. Проснулись. Должен вам сообщить, что Кэтрин... Я пытался остановить ее... Что, увы? Но она не послушала. Она погибла? Решила отвлечь огонь солдат на себя, чтобы вы успели сбежать с бомбой Е-99. Барисов. Ее подстрелили, когда корабль начал тонуть. Кэтрин погибла. Да твою месть. Жертва Рили не станет напрасной. Мы должны выполнить задачу и остановить Демичева. Эх, Кэтрин, нафига? Вами бомба не активирована. Вам придется использовать печь. Это часть базы, печь, где находится, вернее сказать, находилось то, что нам понадобится. Поспешите, капитан. Демичев совсем близко. Прошу вас, ступайте. Кэтрин, как так-то, а? Нам не нужна была помощь, мы отлично справлялись сами. Вот куда она полезла-то? Ёк-макарюк, зачем? Капитан. Я понял, Барисов, не торопи меня, я тут разговариваю, понимаете, с людьми. Смотрите, какой настырный, офигеть. Иди вари свой суп, блин, с клещами. Кстати, видите, реально секлещ. И хлебушек с картошечкой, ну, классический. Молодцом. Подожди, что-то написано, вкусно. Что-то там непонятно. Ладно, выдвигаемся в таком случае. Чего нам ждать-то? Теперь у нас с Демичевым личные счеты. Он не только нашего товарища завалил, а теперь еще и Кэтрин, которой мы в прямом смысле обязаны были своим спасением. Никуда мне вниз, значит, мы пойдем сюда. Ну-ка.
проверим. Подождите, секундочку, пока вниз не прыгаем. Я, пожалуй, пробегу на эту сторону, посмотрю, что есть. Мне явно хроносканирование показывает, что нужно бежать в обратную сторону, поэтому я побегу сюда. Да блин, Ренка, погодь, Ренка, не торопись с своими лестницами. Сейчас посмотрим. Тут какой-то ништяк, кажется, будет лежать. Да, она назад. Ну, супер. Значит, ништяк и пошмонать — это святое дело. Так, ну здесь вот, да, с той стороны можно перелезть и залезть обратно, я понял. Пошлите на мост. Ломаем его, причем, хотя я думаю, что мы сможем поднять себе на самом мосту. Типа, от него встать и... Несколько так... А, нет, не сможем. Понятно. Это к чему боеприпасы к автопушке? Просто нас кормят технологией, как мама кашей в детстве. Просто очень настырно и очень много. Но мы-то не особо против, ведь так? Мы ведь понимаем, что это полезно. Давайте восстановим мост и будем двигаться дальше. А! Так, что написано? Обработка. Средство для производства руды. Установлены в 1952 году по приказу Демичева, наверное. Почему-то Демичев не стали переводить на русский. Лаборатория руды, обработка газа, тестирование ядра, туннель... Понятно, короче, погнали. Вперед. Дети мрази мелкие. Бесят они меня. После взрыва сингулярности служебные туннели использовались для сброса трупов и зараженных. Тяжко вам будет. Так, ладно. Я ничего не понял. Но тяжко нам точно не будет. Мы справлялись не с такой фигней. Так, модернизатор. Что-нибудь качнуть есть смысл? Боеприпасы нам вроде не нужны. Импульс, ну, тоже нафиг не нужен. Так, что-нибудь еще нужно? Давайте самооборону, броню. Все? Нормально? Да, нормально. Ужас. Состаривание или применение импульса очень эффективно прямо с клещами. А, импульс, кстати. Ребятки, импульс. Ну, я что-то состаривал их, но они как-то все равно взрывались возле меня, и... Не знаю. Один раз. О, сколько трупов, они провалились, да? Ох, сколько здесь трупов. Ужас. Ну, здрасте. Как вам знакомство с миниганом, ребятки? Конечно, с миниганом замечательно справляется. Ну-ка, вот состарим его, и чё? Ну все, ты состарился и стал... Хотел сказать, ох, блин, твою медь, откуда были здесь сразу, мрази. Хотел сказать, состарился, стал ленивым и вообще ничего не делаешь. Да как же они меня бесят, ненавижу этих мразей. Ужас. Перезарядимся. Так, есть что? Видите что-нибудь? Я ничего не вижу. Так, аптечка, батареечки, супер. О, какая толпа здесь, офигеть. А еще есть кто? А, меня... Да твою медь! Или меня просто напугали сейчас второй волной, только это видели, там вообще толпа шла. Ну да. Как же. Разбежались. На самом деле Барисов был в первый раз прав. Здесь нам реально может прийтись туго. Потому что эти клещи — это ужас. Так, а что мы здесь увидим интересненького? Трупы. Логично. Мы собираем трупы уже который день, а конца и края этого хаоса не видно. А трупы — это ерунда. Меня тревожат те, кто успел измениться.
Тут кто-то организовывал морг, что ли? Зачем трупы таскать? Моя глупость безгранична. То есть я был глупцом. Прямой перевод, если посмотреть. Почему? Почему? Может, запись даст ответ на этот вопрос? Не знаю, сколько еще я смогу терпеть. Взрыв сингулярности случился 2 дня назад. У меня нет времени даже на сон. Несколько врачей разбили лазарет в тоннелях. Но сколько бы раненых мы ни приняли, постоянно приходят новые. Этот остров станет моей могилой. Понятно, это были врачи. Последние из медиков, видимо. Помогали людям, как могли. Но их помощь в итоге лишь отсрочила неизбежное. Все погибли. Так, есть тут что? Блин, мне прям сюда, что ли? Нет, не сюда. А тут что, ништяк? Давайте нырнем. С миниганчиком-то плавать не особо круто. Оп. Отлично, отлично. Замечательно, я считаю. Все подряд. Но нас накормили просто досыта. Великолепно. Мы даже были, наверное, там идти и облизываться. Через окно на все это добро. Но мы-то умнее. Хе-хе-хе. Мы любопытные. Везде полазим. Везде пролезем. Тоже в каком-то роде родственные этим стеклищам. Нельзя пролезть? Нельзя. Не совсем родственные. Лесом. Спасибо. Смотри, что идут. Не открывается? Не под... О, понятно. Никто же не ползет. Там так много всего. Так точно. Чё это была за фигня? Что это за флешбэк, Ренка? Что за неожиданности? Такого, никогда такого не было. Братишка! Я самый везучий человек на Земле! Через 2 недели я женюсь на Алине! Самой красивой девушке в мире! Паш, не слушай его! Это я через 2 недели буду самым везучим человеком на Земле, потому что выйду замуж за твоего брата. Ну и что мог сказать? Вроде повезло ребятам. А вроде бы и нет. Потому что сдается мне, что сыграть свадьбу они не успели. Произошло все то, что произошло. Смотрите, смотрите, блин, мы его дверью сдавили. Какое счастье. Кто-нибудь лезет? Нет. За каждой дверью сидит по клещу. Прям, не знаю. Питер весной. Иди ты, докидай ты свое гребаное замедление и стреляй! Смотрите, сколько там кити! Офигеть! Заморозка это вообще божеская, нечто божеское. Без заморозки мы бы сейчас отлетели просто от них. А, тут был баллон с жидким азотом. Я рано дал по пятную, шел на пятную. Мы вошли в зону переработки Е-99. Уверен, что люди Демичева не рискнут пойти туда вслед за вами. Люди Демичева везде ходят и просто бессмысленно умирают. Зачем смысл им рисковать вообще? Что в их понятии риск? Риск это умереть типа вдвойне гарантированно? Или как? Че, давайте еще флешбэк? Я готов. Я вел группу гражданских в убежище, когда на нас напали. Я спугнул тварь, но она успела меня цапнуть. Кровь так и хлещет. Теперь эта тварь поджидает меня вместе с толпой ползучих уродов. Патроны закончились, и я жутко устал. Лучше побуду здесь. Подожду, пока они не уйдут. Ну что ж, в каком-то смысле правильное решение, но... Видимо, он понимал, что это конец. Этот боец Красной Армии. А может не боец, может гражданский. Просто взявший в руки оружие. Наиболее сильный, наиболее находчивый. Наиболее смелый и ответственный. Но это ему, к сожалению, не помогло. Да и гражданским, скорее всего, тоже. Ведь мы знаем, что на каторге... Вот ты что такое, идите колотить. На каторге далеко не все... Практически никто не выжил. Это было неожиданно.
Хорошая маскировка, хороший камуфляж. Ну вот, да, солдаты Дим еще не рискнут идти за вами. Они сюда уже пришли, уже все подохли. Нафига им куда-то еще идти? Где-то здесь хищник сидит. В маскировке. Ну, здрасте, здрасте. А ничего больше не хочешь? Ты офигел, слышишь? Да блин! Будь добр! Вот! Как это работает? Как это работает? Я ничего не понимаю. В лицо опять попал. Тухни! Не совсем понимаю, как работает технология борьбы с ними, но она как-то работает. Но мы две батарейки потратили. А это неправильно. Скоро можно и так можно и без батареек остаться совсем. То ли мы их. Ну понятно. Судя по навигатору, вы вышли из служебных туннелей, а значит должны видеть печь. Нифига себе, печь. Это огромное сферическое сооружение. Чтобы попасть туда. Туда, вам нужно восстановить мост. Для Остановим. Этого придется включить платформу-усилитель МВП. Усилим, включим. Подайте питание. Выключатель должен быть рядом. Дай мы в курсе, Барисов, разберемся, спасибо. Мы уже так делали не впервой. Да ё-моё, ну серьезно, застряли. Ну блин, Ренка, 2 метра пробежать, ну ты спецназовец, американский командос. Точнее, команда, вроде S это неграмотное произношение. Ну да ладно, не суть важно. Спецназовец, крутой парень. Красный берет на какой-нибудь. А бегаешь вот реально пару секунд максимум. Ну блин, ты, видимо, немного засмущался и пробежал аж 3 секунды, может 4. Даже Саймон бегает дольше. Но ты, к счастью, восстанавливаешься гораздо быстрее. Так вот, платформа. Нам, видимо, сюда. Да, погнали. Ворота за нами закрылись таинственным образом. Но на каторге 12 нам не привыкать к этой фигне. Давайте посмотрим, есть ли здесь что полезное. Аптечка есть. Абсолютно черный ящик. Черный ящик во всех смыслах этого слова. Так, вот можно энергию подать, но сначала мы... Господи, какой-то человек стоит, знаете, такой в шляпе. Мне просто фантазия разыгралась. Еще шкафчик. Замечательно. Еще технология Е-99. Так, платформа активирована. Нужно нам патроны купить на... Теперь увеличьте силу тока с помощью гидрогенератора. А, вон там. Отлично, сейчас включим. Вот это да, вот это огромное помещение. Специальная печь. Масштабные постройки, масштабные. Странно, что дверь закрыта. Такое чувство, что мы через нее выйдем. Там такие сейчас звуки неприятные за ней. Складушка. Еще один. Ну да, да, вот та самая комната. Что-то происходит. Ну, ребятки кого-то харчат, ну, как обычно. Таксомет. А, ну-ка, ну-ка. Можем махнуть. Че? Ребят, ребят, как жизнь? Слушай, они еще живы. А, ну вот, там что-то еще взорвалось. Ну и дверь разнесло, да. Приятно, приятно. Полезная штука, детексомет в редких случаях. Ну. Ну я знаю, как это работает. Мы же не первый раз находим. Мы уже на корабле бегали с детексометом. По сути, управляем гранатомет. Демичев совсем рядом. Будьте осторожнее, капитан. Барисов. Кто нам что сделает? Мы просто прошли огонь, воду и медные трубы на этом острове. Нам никто не указ. Включая, кстати, тебя. Демичев рядом. Ну да, я вижу, как Демичев рядом. Он пытается забросать меня трупами. Ну, типичная сталинская политика, знаете, эти русские диктаторы советские. Ну, опять плавать. Ёк-макарёк. Так, есть... А есть ли смысл вниз вообще плыть? Там что-нибудь есть? Наверное, нет. Давайте нафиг, я не хочу туда.
глубоко, темно, мокро, сыро. Не, не люблю я это дело. Хотя, скорее всего, мы сейчас включим генератор, и там надо будет внизу что-то делать, там какие-то светящиеся точки были, организмы, нечто, что нам явно... Осторожно. Что нам явно понадобится трогать руками. Боеприпасы. Замечательно. Макарёк. Ну за что мне эти водные уровни? Давайте уйдем отсюда, подальше. Видимо, окно уже состарилось на столько-то времени. Ик. Плыви, Ренка, плыви. А тут люк закрылся, да? А здесь не закрылся. А туда я не поплыву. Даже если там какая-то плюха. Мне лень. У нас банально кислорода не хватит на это дело. Сами понимаете, как бы дышать охота. Там глубоко. Вот миниган вытаскивать в воде я бы не стал. Рэнк. Атлет. Твою медь, господи. Я слишком полный, я не пролез. Или почти не пролез. Ну, прямо скажем, неожиданно такой скримерок. Атмосферно, атмосферно. О, парень повесился. Кто где? Не слышал клещей. Клещей. Ладно. Безысходности. Чего только не сделаешь. Ну да, естественно, граммофон не работает уже миллиард лет. Лечиться мы не хотим. Мы здоровы. Когда произошла катастрофа, мы с Алиной побежали в тоннели, едва успели, но мне придавило ногу. Мы ждали спасателей, но никто не пришел. Алина отправилась за лекарством еще 3 дня назад. Она до сих пор не вернулась, а я без нее никуда не пойду. Ну вот, все понятно. Наши Ромео и Джульетта закончили так же, как все на этом острове. Абсолютно... плохо. Абсолютно трагично. Ренка постепенно, мне кажется, начинает привыкать ко всем этим смертям вокруг. Он сколько уже историй прослушал за время нахождения на каторге. И каждый раз ничем хорошим они не кончались. Так, а зачем мне этот ящик нужен? Он же мне зачем-то нужен. Чтобы, чисто чтобы пролезть в вентиляцию, что ли? Ну, Ренка, ну, здесь можно и подтянуться хотя бы, не знаю, перепрыгнуть. Так. Такое ощущение, будто сейчас начнется уровень из серьезного Сэма. Там такой длинный тоже коридор был, и на нас, ну да, сирианские быки побегут. Это что за фигня? Ну-ка, ну-ка, ребят. Продолжает заниматься самоуничтожением, ну да, ну да. О-о-о, это что за фигня? А ну-ка, успокоился быстро. Ну, окей, мы его составим, что это даст нам? Иди лесом, умри. А знаете что, давайте покидаем в него гранату. О, он что, возрождает зиков? Что мы делаем? Сдох? Ну, сдох. Я не знаю, как это сработало снова, но он умер. Здорово. Спасибо, что открыл мне дверь. Надо же, это все-таки сработало. Первый раз. Потому что у меня батарейка кончилась, батарейка села в МВП. Так, нам сюда, хорошо. Давайте обшмонаем все, что есть. Снова солдаты Демичева, которые не рискнули за нами идти сюда. Или мой Демичев так чисто по фану своих посылал все это время. Так, тут какие-то плюхи. Еще технология. О, оружейная технология. Радио. Немного рабочий до сих пор. Тут ребят на складе явно заперлись. Даже доесть ничего не успели. Их, может, накрыло волной сингулярности. Просто тут ощущение, что они даже из-за стола встать не успели. Навряд ли, если бы их атаковали монстры, они бы просто сидели и ждали, пока их убьют. Рэнк. Ну пни ты стул. Показал, что стул пробил дверь. Пни ты стул. И все. Иди дальше. С богом.
Так, здесь что? Еще один сейф. Сейфы, блин, отлично сохранились, я скажу вам. Так, ну вот тут уже что-то с чем-то. Мы близки к включению гидрогенератора, судя по всему. Мы уже какие-то клапаны там открыли. Можно я не... Капитан, действуйте быстро! Люди Демичева сужают район поисков! Ну да, поплыли. Что такое? Можно ящик этот подбить? Никак, да? Ну, сужают. Пойдем сюда. Нам-то что? Люди Демичева, это вот эти мертвецы вокруг нас? Толпа трупов? Или как? Или кто? Борется. Какие люди Демичева? Ага. А что я сейчас отстрелил? Какой-то замок отстрелил. Есть что еще, что можно отстрелить? А, я знаю, сейчас вот ящик всплывет, и мы сможем запрыгнуть туда, куда надо запрыгнуть, наверх. Но перед этим, пожалуй, сходим сюда. Здесь, походу, плюшечка лежит. Да ведь? Да, точно. Хроносканирование показывает, что мы здесь нафиг быть не должны. А значит, мы идем туда, куда надо. Ну, то есть, туда, куда надо, чтобы получить какой-то профит. О, вот и профит. Отлично, замечательно, супер. И оружейные технологии, ой, накормили прям вот всем, чем могли. Давайте, может, прокачаемся. А что нам качать? У нас, блин, 6000. Здоровье качнуть, может? Броню-то мы полностью прокачали. А, ну вот, давайте аптечки качнем до максимума. 500-ка всего, пусть будет. Сойдет, нормально. Причем батарейка нам добавит там, ну сколько? 2-3 единицы шкалы. О, срез! Вот это клево. Я боялся, что нам придется под водой все это бегать снова. А? Понял. Оп, не долетели. В Fallout у нас бы раздался такой неприятный хруст, после чего нам показали бы, что наши ноги сломаны, но... Ренко, он все-таки не какой-то там выходец из убежища. Не какой-то там избранный из Ароя. Он, черт побери, обученный военный. Он и... Помните, сколько вы с Тыма упали, когда попали первый раз на железнодорожной развязке? Это что такое? Ага. И что? И как? Окей, мы сможем запрыгнуть просто. Давай, Ренка, оп, с миниганчиком таки залетаем, все, супер. Так, держать, молодцом. Понятно, люди Демичева, выжившие все-таки здесь есть. Мы уже пробовали. Пробовали сделать что? Пробовали зарядить бомбу Е-99? Пробовали включить генератор? Идите. Да пристрелите или убейте, вы... Да хватит болтать. Слабаль. Да хоть запродвигайтесь вперед. Отлично! Платформа-усилитель начала заряжаться. Включив генератор, вы выдали свое местоположение Демичеву. Возвращайтесь на мост как можно скорее. Выдали местоположение для кого? Для его леммингов? Мы в ловушке или вы в ловушке? Это не меня заперли с вами. Это вас заперли со мной. Ну, где вы? Тела. Уходим просто. Просто уходим, видимо. А, давайте качнем миниган. Чё? На максимум. Прям вообще на максы. За максим по самой не хочу. Снайперка не нужна, она слишком ситуационная. О, автопушка, усовершенствовать. 4 технологии. Обоймы, перезарядка, все. По полной. Мы готовы просто ко всему. Кто-то кричит. Кто-то, кто хочет жить. И они просто попали. Ну, блин, молодец, давай, выйди ко мне вот этот. В открытую просто. Ну, знаете, кинетическая энергия у очереди из минигана, кажется, довольно высокая, так что понятно, почему так бросило. После попадания в ногу.
Смотрите, они все лезут и лезут. Ребят, вы настолько безобидны, насколько это вообще возможно. Вы просто мальчики для битья. Что сказал? Он еще и за снайперкой здесь стоял в полный рост, но он... Я не очень умный. Ты не попал. Это я попал. Как понять, где он? Ой, ой, он сейчас в лицо стрельнет. Или не стрельнет. Тут уж как посмотреть. Он так смотрел мне в глаза, я смотрел ему в глаза. И он понимал, что одним выстрелом меня не убить, а граната все равно докатится. Поэтому он не стал брать грех на душу и убивать меня. Ну, то есть пытаться убить меня. Так, знаете что? Прежде чем выходить на... Хотя... Нет, все-таки выйдем. Мне кажется, мы это быстро сделаем. Скорее! Используйте МВП на платформе! О! Почините мост! У нас охотник. Мало времени! Знаете, нет, все-таки... Сдается, мне сейчас будет бой. Там оттуда ребятки попрут. Давайте временно остановимся, прервемся, отдохнем, переведем дух. Мы все-таки включили целую, кажется, гидроэлектростанцию, чтобы включить печь и зарядить нашу бомбу Е-99. Так что в следующей серии продолжим. А пока всем спасибо, удачи и пока.